Друзья, всем привет! Показываю вам сегодня участок, который находится в городе Сочи. Хоста, ручей видный. Почти 50 соток с панорамным видом на море. Вот такое сегодня хорошее утро. Единственное, немножко шумно. Какая-то, видимо, фура сюда поднимается, да, со стройматериалами. Смотрите, очень красивый вид. Открывается именно на Адлерскую бухту. Видны олимпийские объекты и вдалеке видны горы Абхазии. Вот, участок находится в нескольких уровнях, вот его очень хорошо видно. Скорее всего, в свое время когда-то его выравнивали. Так вот, я сейчас спустился прямо на него. Еще вода стоит, дожди были. Вот, но видно, в принципе, что он такой вот частично ровный. И его очень легко делить под строительство, выравнивать под строительство. И самое интересное, подъезд с двух сторон. То есть вот так вот можно и оттуда делать, и отсюда делать. Соответственно, очень будет легко проектировать и строить. В принципе, больше-то особо рассказывать нечего. Электричество 15 киловатт на каждый участок можно получить. Участок ИЖС. Вода здесь центральная. Как видите, внизу вон там газ проходит. И внизу уже полностью застроенный поселок. А эта часть начинается, вот, которая еще застраивается. Поэтому, друзья, если интересно, звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И обязательно досмотрите видео до конца. Полет сверху. Как эта красота вся выглядит. Пока-пока.